Всем привет! Мы в магазине Флоревиль. Снова посмотрим их новую поставочку. Выбор еще меньше, чем раньше. Давайте так крупным планом. Не будем мужчину снимать. И еще есть немножко на самой первой витрине. Это у нас дикий кот. Два ствола. Цена его, конечно, предельно низкая, которую я только видела когда-либо на дикого кота. 1285. Кустики небольшие, сантиметров, наверное, 45. Вот так вот в сравнении с белыми. Бутончики есть, раскрываются. Производитель у нас Немезис, хороший. Скорее всего, корни там в порядке. Сам цветочек. Цветочки, опять же, не крупные. У коты бывают и крупнее гораздо. Вот. Это осталось у нас с пятницы, да? $400. Я даже не знаю, как ее снять, потому что она огромная. Может быть, метр. Прям дерево. Так, вот это что-то розовое какое-то чудо. Да, для Флоревиля, конечно, ассортимент хуже некуда. Магазин, я так понимаю, перестал, что ли, работать на простых покупателей, только для оптовиков, что ли, покупает, не знаю даже. Мы так вообще перестанем сюда ходить, да? Так, и на основной сейчас витрине чуть-чуть вам сниму. И основная наша витрина. Тут у нас представлены синглы от производителя Афродита. Вот такие крышочки. Как-то здесь, ну, не знаю, да, зимой была сингла. Они, кстати, настолько упитанные, что даже отцветая в магазинах, очень часто пускают здесь ответвление. И дома также продолжают еще цвести. Правда, конечно, не таким вот крупным, 15 или сколько здесь, 16 сантиметров. И также и листья растят, вот эти корни. Они даже без этого, без поливки это делают. Они настолько там напитаны всевозможными препаратами. Так вот, однажды я видела, ну, привезли как-то в очередной раз синглом, и они стояли так тоже вот, как тут вот. А в одной корень как-то он такой длинный был и уходил так назад. Как же я испугалась, я думала, это змея. Вот. Такие прям толстенькие. Вот, они, в общем, у нас синглы, и они представлены в двух цветах. Розовый и белый. Это, наверное, флэш-дэнс, мне кажется. Вообще изначальный сорт, из которого он сделан. Ну да, есть уже вот такие вот поникшие. Здесь у нас Тинкербеллс еще остались. Еще дешевле их сделали на $200. 1088.
За цены, конечно, спасибо, но мы хотим еще ассортимент. Причем ассортимент же не только миксов, да, сортовых орхидей. Миксы мы и в Аби посмотрим, и в Леруа Мерлен, и в Магните, и в Перекрестке. В Перекрестке тоже вот возле моего дома привезли орхидеи. Да. В общем, из новинок у нас только синглы и котики. Котики небольшие, сами по себе цветочки. И кустики довольно-таки такие невысокие. Давайте еще попробуем поснимать вот такие горшочки, в которых можно поставить покупную орхидею. Тут, конечно, нет такого прям универсального, индивидуального, как вы все знаете. У меня их несколько разных, ну, точнее, несколько разных видов. Есть такой вот пошире, сюда вот в такой пошире, но здесь это вот протея, да, такой широкий. Протея, этот будет узкий, и вот, наверное, вот этот вот. Малиновая орхидея, да. И, наверное, вот этот вот. Но это прям крохотный такой. Может быть, для 9-го горшка. Так, ладно. И вот этот вот широкий. Почему широкий? Если это мультифлорка, то, как правило, у них очень много воздушных корней. Ну, не только у мультифлорок. Но мультифлорку почему сюда удобно поставить? У нее невысокий цветонос, и она не переваливается, не перевешивает. Вот. Плюс ко всему, ну, кто кому как удобный. Я воздушные корни опускаю вниз и наливаю этой водички, чтобы они ее пили. Так они не отсыхают и вроде бы придели. А вдруг потом понадобится, мало ли что бывает, да? Вот такие высокие, классные. Для вот такой раз. Вот такой тоже. Высокий. Для тех, у кого высокие цветоносы. Тяжелые. И они вот после упаковки, конечно, орхидею они заваливают. Поэтому я ставлю в такой высокий горшочек. Но я еще и камушек кладу. Вот у нас есть еще вот такой вот высокий. Я еще, конечно, камушек кладу для поддержки. Вот тоже высокий, хороший. Тут, конечно, как, если сажать закрытую посадку в такие, да, то вот этого отсека, ну, побольше, да, можно керамзит получить, в смысле накинуть. А так вот этого, конечно, маловато. Кому на мокрых пяточках тоже вот этого отверстия маловато. Потому что вода быстро зазеленеет. Вот эти вот тоже, они у них низенькая такая получается. Вот эта пятка низкая. Какой красивый, да? Смотрите. Как дымка. Угу. Вот. И такой у нас еще есть квадратный. Как производитель говорит, ради экономии места они делают вот квадратные. Вот. И по ценам их. Давайте посмотрим. Это не то. Так, вот, значит, такое вот на 2 литра. 191 рубль. Дымчатый также. Это не то. Так, 191 рубль они. Потом вот эти вот. 98. Ну, в принципе, чуть побольше вот обычные такие, которые в Аби, в Леруа Мерлен, они по 100 рублей, но они чуть побольше.
Хотя габариты здесь написаны такие же, но мне кажется, он побольше. Или потому что он прозрачный, я так думаю. Так, это вот такой вот высокий, 120 рублей. Опять же, если они не прозрачные, в них меньше же зеленеет горшок. Но кому-то корни неудобно смотреть, но можно вытащить же горшок и посмотреть. Это если горшок в горшок. А если у кого-то закрытые посадки, то да, возможно, вот таких же прям вот, возможно, будет неудобно. Так, это у нас по ценам горшок 172 рубля. Вот этот вот с ободком. Вот эти вот два широкие. И маленькая такая пяточка. 208 рублей. Ну, конечно, цена караул. Ну, ладно еще за те цветные, да? Ну, тут за что? 200 рублей. Так, это у нас зеленый. Ну, тоже он такой узенький. Вот такой вот узенький, да? И пятка как надо прям. Ну, есть и побольше, но тут еще ничего так. Вот его цена 172 рубля. Ну, дорого-дорого, да. Такие горшочки дороговато здесь. Ну, вот поставить у него, я говорю, вот орхидейку с высоким цветоносом. И плюс еще камушек положить. Очень устойчиво получается. Так, ну на этом все. Вам спасибо, что со мной. До скорых встреч!